К концу этого лета после проведенного ремонта новыми красками должны засиять почти 400 школ и 300 детских садов. Из областного бюджета направлены средства уже более 120 миллионов рублей на капитальные ремонты. Как правило, это ремонт кровли, это замена окон там, где необходимо, это замена инженерных сетей, строительство пристроев, монтаж входных групп. В рамках государственной программы развития и модернизации образования в Ульяновской области средства будут потрачены на проведение ремонта в 14 общеобразовательных организациях и в двух организациях дошкольного образования. Одна из них – Тушнинская общеобразовательная школа, где в прежние годы из-за неудовлетворительного состояния здания дети не могли нормально учиться. Было холодно, окна все старые еще, советских времен. Дуло очень сильно, конечно, да. Часто болели. Что ну, старый пол, все. Ну, ждем, тепла ждем. По всей видимости, в новом году учиться тушнинским школьникам будет намного комфортнее. По мнению директора школы, работы будут выполнены качественно и в срок. Мы начали ремонтные работы с 2016 года. Отремонтировали кровлю, заменили деревянные окна на пластиковые и заменили полностью систему электроснабжение. В этом году, согласно дорожной карте, мы осуществили уже замену электроснабжения, и в данный момент ведутся работы по внутренней отделке. Отремонтируют и другую школу, уже в селе Есашная Ташла Терингульского района. В самом разгаре ремонт спортивного зала. Не забыты и обучающиеся в этой школе дети с ограниченными возможностями здоровья. По доступной среде у нас был проведен ремонт, частичный ремонт помещений, то есть по всему первому этажу были установлены поручни. По графику все ремонтные работы должны быть завершены до 25 августа. А с 15 июля начнется приемка этих учреждений. Андрей Корчагин, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.